15 декабря у памятника зарайцам, погибшим в войнах и военных конфликтах, состоялся митинг, посвященный Дню памяти защитников Отечества, погибших в Афганистане, Чечне, в Украине и других локальных войнах. Открыл памятное мероприятие временно исполняющий обязанности руководителя администрации Зарайского района Олег Сынков. 11 зарайцев погибли в локальных войнах, в основном это молодые ребята. Из этих 11 двое, Евгений Трундаев и Алексей Румянцев, удостоены звания Героя России. Почтить память тех, кто исполнил свой долг до конца, пришли школьники, представители общественных организаций, члены Зарайского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», военно-патриотического клуба «Русь», отряда «Княжестяк». Со словами соболезнования выступил председатель правления Зарайского районного отделения «Боевого братства» Владимир Забалуев. В завершении митинга после минуты молчания к памятнику зарайцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, возложили цветы и венки. Вера Зайцева, Герман Беляев, Константин Куянов, телеканал «Квант».